праздник Наурыз в тюркском мире – это Новый год, день весеннего равноденствия. И если календарный Новый год и китайский Новый год подвели, то мы, казахи, не подведем. Хурметте, достар! Наурыз мерекесі – ұлтаралық мерекесі. Бір шаңырақтың астында, бірлікпен ынтымақтастықтың арқасында қаншама ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүруде. Ол әрине барлығы тәуелсіздігіміздің жетістіктері. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа өз жолдауына саяси реформаларды жариялады. Біздің мақсатымыз ортақ, жоспарымыз айқын. Облыс тұрғындары осы жаңа Қазақстан құру жолында қомақты үлес қосады деп мен сенімдемін. Қымбатты достар, Наурыз мерекесі күн мен түннің тәнілуі, табиғаттың оянуымен байланысты. Сондықтан мейірімдіктің арқасында, осы гармонияның арқасында барлығымыз мықты жетістерге жетеміз деп мен сенімдемін. Весь Павлодар сегодня наполнен праздником. Громкие поздравления, душевные песни, шашу и, главное, угощение. Наурыз-көже, плов, баурсаки – все в лучших казахских традициях. В этом году Павлодар поделился на 12 условных аулов по всем районам города. В каждом ауле разбили юрты, раскалили казаны и встречали гостей. В ауле Наурыз расстелили маты и устроили поединок казах-куресы. Тут был и армрестлинг, и игра в асахату. А каждая юрта, которая разместилась в ауле, была тематической. Сегодня в нашем юрте выставлена одежды видных деятелей искусства, например, Хафиза Абу-Валиевой, Каукен Кенчетаева, Чапан. Здесь у нас представлена печатная машинка Халахмухана Исабаева. Ну, основное у нас вот картина Жанбике Шанина. Как раз вот работы художников, они и раскрывают для нас красоту мира и все то, что важно для нас, пришедшее из прошлого. То, что связано с праздником Наурыз, как обновлением природы, как частью нашей жизни и надежды на лучшее будущее. В ауле Татулык Хаким Павлодарской области принял участие в традиционном обряде казахов Тусау-Кесер – перерезание пут. Үлкен азамат болсын, да? Әмин! Еліміздің мықты бетке азаматы болсын. Әмин! В сумме во всех Наурыз аула Павлодара для гостей приготовили 20 тысяч баурсаков, 2500 литров наурыз-көже и 30 тысяч порций плова. И несмотря на погоду, настроение у всех было праздничное. Этот праздник, он для нас очень важен с точки зрения того, что с этого момента день и ночь равняется. После этого наступают теплые дни, которые дают природе новую жизнь. Поэтому всех поздравляю с этим праздником. Желаю, самое главное, семье благополучия, в работе успехов и в целом нашей земле мира и согласия. Это действительно начало года. Это время прощения, доверия, время начала новых дел, время праздника. Наурыз мейрамы куты болсын, акмок болсын, береке болсын. Наурыз – это праздник незыблемых традиций, которые передают из поколения в поколение. Наурыз – это народный праздник, который проводится у казахов еще с древних времен. Многие традиции и по сей день сохранились у нас. И народные блюда, такие как наурыз-көже, бешбармак. Всех угощают, всем всего хватает. Баурсак, плов, наурыз-көже. Знаете, люди поздравляют друг друга. Так радостно, вот это вот единение, вот это вот состояние. Моя страна, цвети, родной мой Казахстан. Бол сызды бірел, маз бірел алар. Кулағын бірел сыл, маз бірел салар. Жителям всей республики хочу пожелать всего самого хорошего, мирного неба над головой. С праздником всех! Наурыз куты болсын.
Наурыз – это праздник обновления, но в то же время это добрый старый праздник, который объединяет и дружит весь народ Казахстана. Наурыз мереке кутты болсын. Рейс Мургунова, Аман Баймбет, Ертес Ахпарат.